такая задача уничтожить тех SCP, находящихся в комплексе, и вывести каких-нибудь непонятных оранжевых человечков. Вы чё, накуренные, блин? Вы в противогазах накуренные, нам не нужно уничтожать SCP. Окей, я его вывожу. Хорошо? Молодец, молодец, братан. Ой, благодарствую. Я тебя спасу, братишка, иди за мной. Отправим им лифт. О, давай. Пойдем. По красоте все будет. А те, там пускай, в общем, решают мои брательники проблему. А, у меня теперь свои есть обязанности, как бы я должен тебя лелеять, хранить, чтоб ты не сдох. Ты о чем? Они тебе, типа, такие сказали, типа, пошел нахрен, и я тут... А, выдали тебе автоматы, давай, работай. Ну, бывает. Да. Че ты такой дерганый, кстати? Я не знаю. Ты очень дерганый, прям пиздец. Надо чувствительность понизить. Чувствительность, наоборот, повысить, судя по всему. О, не стреляй! Так, стоять! Спокойно. Оружие на пол, быстро! Оружия нету, все. А может, выслал? Отойди, ладно, отошел. Отошел, быстро. Блядь, мы можем его связать? Возьми штуку, которая связывает там. О, да. Что-то не работает. Все, нормально. Ни хера себе. А ты говорил, тебе оружия не было. Прощай, дружище. У меня оружие было. Прощай, да, прощай. Ну, короче, вот пиздец, у него тут добра навалом. Я тут возьму кое-что, если никто не против. Вот это я домой к себе домой понадобится. А вы видели, прошел мимо нас один SCP, это был 939-й. Не видит, если мы стоим на месте. Тихо. Пошел за нами, блин, быстро. Че это за собаки у вас такие? Это че, ваш Бобик? Ребят, вы аккуратно. Чего он нас спалит? Так, по лестнице на... Сука! Да насрать, уходим, отходим! Эвакуация! Все, он не жилец! Сюда! Тут куда? Он-то тут! Куда? Какого хуя? Если что, собака на улице видит всех. Я быстро подмогу, 939. Где? 939. Мне слишком мало платит за это дерьмо. Отличная работа. Пацаны, вы видели? Это я ее завалил. 939 успешно устранен. Да, это я ее завалил, мне медаль. Фу, блин. Кажется, он обосрался. Тут на заднице написано, как ее зовут. И кто-то кличку дал. Ее зовут Ася. Так, тихо. Мы действуем как профессионалы. Как спецназ, нас же учили. Чисто. Мы как спецназ, чисто. Только лучше. Мы как спецназ. Я боюсь. Ну вот, началось, паника. Я не хочу умирать. Да все нормально. А кто хочет? Если выживешь, кроме я дам дашек... тебе водки. Кого? Водки тебе дам. Водки? Самогона. Самогона я люблю, давай. Да все любят самогон. А можно мне водки? Нет, там собака, все. Я передумал, мы не спецназ, мы лохи. Куда? Спасите, офисный этаж. Я дэшник, я проспал, проснулся, уже аварийное питание, все. А я зеленый человек, и мне пизда. Смотри, идиоты. О, машина, народ, откройте, плес. Я тут просто заблудился, я уборщик. Ёб твою Фух, наебал. Ай, блядь! Сука, думал, наебал. Ну вот зачем? Ну вот почему? Выключи Теслу. Так, я не умею. Ну наведи на нее, выключи, она же как еб... Все, я тут буду стоять. Я не умею. Все, я буду стоять, охранять проход. Я хочу еще стоять. Блин, нет, обратно Тесла. У меня уже фобия. У меня уже фобия от Тесла. Тут везде Тесла. Какого хрена? Ты попал на перекресток с тремя Теслами. Клоун, мне нужна помощь. Хочу клубники. Где? Лайт-зона, офисы. Офисы. Офисы? Офисы? Офисы или лайт-зоны? Я не понял. Везде. Слушай, открой этот командную хуйню. Ты настолько прокачан, чтобы знать, что за командная хуйня. Центр, блин, я забыл, как он называется. У него сейчас чип перегорит, и нам вообще не будет помогать. Привет! Боже, помогите, пожалуйста. Да, это я. Мне очень страшно. Пацаны, тут все очень плохо.
Вот, 30 этих ты прилетела. Ой, еще 35, все, выходишь? Как я предлагаю? Там около игроков. Какой еще человек, ясно. Выходишь? Да. Покушал? Да, спасибо. Слышь, слышь, открой гейт А. Мяу. Мяу. Ой, спина! Сука, я не успел. Они на лифте снимались.